Всем привет! Сегодня с нами нет Ксюши и Лототрона, поэтому довольствуйтесь мной и вот этой вот емкостью. Сейчас мы с вами сформируем сборную команду игроков для битвы 1001 космонавт. Но сначала немного подробностей. Битва пройдет 12 апреля в День космонавтики в 19:00 по московскому времени. На карте «Космическое безумие с низкой гравитацией» на флаге, без припасов, до 2 побед. Каждый раунд по 20 минут. Мы отберем 12 ников. Из них 10 – это основной состав, и двое – это заменяющие игроки, которые нужны на случай, если кто-то из основного состава на битву не явится. Если команда игроков сформирована и в ней не насчитывается 10 игроков, мы, соответственно, уменьшаем свою команду. Все 12 игроков, что мы сейчас отберем, завтра, 11 апреля, увидят на форуме специально созданный для них раздел, в котором будет вся необходимая информация. Ну что ж, начнем. И первым в команде игроков будет Фиарарарара. Один император. Уже. Анастасия. Много букв С. Кваза. Поглубже возьмем. Грей 44 ЕГЭ. Что такие двое? Эхо Новембер. Захарий или Заксарий. Я не мор. Наверное, так, я не мор. Возьмем поглубже. Мы 777. И последний игрок канала состава будет с ником Т888ТТ. Осталось собрать только двух игроков на замену. И первым заменяющим игроком будет Абросимов. И вторым игроком на замену будет Сембиоз. На этом все. И напоследок хотелось бы сказать спасибо игроку с ником 5N за предоставленный саундтрек. Если вам понравилось, все необходимые вам ссылки вы найдете под видео. Вот теперь точно все. Спасибо и до встречи на полях сражений.